Жека, 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 ты тут, Жек, не грусти, Жека, обернись. Жечка, ты понимаешь, мы снова стали гигантами теперь, я не знаю, что делать, все пропало. Да пофиг, ты представляешь, это ты, Игорь, сейчас выпил зелье и свалил через этот портал большой, прикинь? Ты понимаешь, что пропало? Я стану здесь и буду здесь. Жека, нет, не расстраивайся. Ты понимаешь, зрители нам ставят лайки. Вот прямо сейчас ставят лайки на вот это видео. Мы не должны расстраиваться, а снимать дальше второй сезон Муравьев. Ты представляешь это, Жека? Муравьев, я бы с муравьями тут уже поспорил. Я теперь жопа как дом, ты понимаешь? Ну, приключения гигантов, но не же лайки ставят. Мы обязаны снимать второй сезон, Жека. Я не могу уже, все, я останусь тут и буду купаться в этом замечательном фонтане. Ага, и замерзнешь тут, просто замерзнешь тут нафиг. Жека, нельзя тут оставаться, давай за мной. Ладно, ради зрителей я пойду, пойдем. Единственный выход, Жека, это через вот этот портал, за Игорем. Я тебе покажу говно. Подожди, а он что, зелье выпил? Он зелье выпил, и он сейчас вот такой же большой, как и мы. Капец, ну все, давай тогда. Я готов. А может у него еще одно зелье осталось? Мы просто сейчас пойдем за ним, завалим его нафиг и заберем из зелья. И опять с они маленькими. Ну, маленькими я не хочу, хочу быть нормальными. Наконец. Да, нормальных размеров. Так, Жека, пошли. Ну, хорошо, хорошо, давай. Ты готов? Да. Давай отчет. Давай, раз, два, три. Три. Полетели. Сайт World of Case, обычные кейсы с деньгами, премиум кейсы с айфонами, PlayStation 4 и многим другим. Вывод денег с личного кабинета и кристально прозрачный сайт без мошенничества. Ссылка под видео. Ой, где это мы? Ох, они бабай. Жека, осторожно, людей не топчи. Ой, извините. Ай, не доспил. Жека, побежали. Извините, мы случайно, мы тут не везли. Твою мать, сейчас полгорода просто убьем. Жека, побежали быстренько. Побежали, ой, Жека, давай. Извините. А-а-а, куда я полетел? В смысле? Куда полетел? Как полетел? Ты прикинь, у гигантов суперсила прыгать высоко. А ну. Да и там никого не растопчу. Ай, уходите. Ой. Запрыгивай на дом, чтобы никого не растоптать. Ну, мы уже полгорода убили, но ничего страшного. Так, Жека. Так, хорошо, куда пойдем? Я не знаю, нафиг. А знаешь что, давай в таком случае, не каждый день же мы такое делаем, давай по крышам попрыгаем, мне кажется, прикольно будет. А Игорь, это когда мы будем искать? Я хочу снова быть маленьким. А где мы его найдем? Откуда я знаю, где он? Ну, в принципе, если он через этот портал сбежал, значит, он где-то тут должен быть, да? Так, он тоже большой, значит, он тоже может... Вижу Игоря! Вон он! Где? Вот он! Впереди! Он где нафиг? Побежал. Я его не вижу! Быстрее, побежали, Эдичка! Быстрее! Ой, сейчас, Жек, подожди! Тихо, не прыгай, давай запрыгнем вот сюда на эту крышу, на вот это белое здание, и просто ему на голову прыгнем, неожиданно вообще. Давай. Ой, думаешь, смогу туда допрыгнуть? Ой. Я думаю, нет. Ну давай. Ну давай, раз, два. Эй, нет, Жек! Нет! Жек! Эдичка, ты как там? Да, я вроде жив, подожди меня. Так, хорошо, я тебя жду. Как мне опять туда запрыгнуть? Я пока на другое здание попрыгал. Ты где там, алло? Да сейчас, я тебе доверился, ты меня подвел, а? Говорит, да, прыгай, конечно, допрыгнешь. Да. Я откуда знал? Я сам только в этой суперспособности недавно. О, я его вижу, он там ждет. Он нас, кстати, не видит еще до сих пор. А-а-а, упал. А ты вообще. Сейчас. Давай, Жека, тихо. Прям на голову. Давай не будем на голову прыгать, давай так запрыгнем. А то мне кажется, я так скоро себе все ноги поломаю. Нет. Мы же вообще, получается, бессмертные какие-то. Ой, ну не знаю. До поры до времени. Мы же гиганты, Жека. Опа, что? О, смотри, я уже сейчас ему на голову прыгну. Ты подожди меня, я за тебя. Давай. Так, бегу. Ой. Ай, давай! Да, допрыгнул, Жека. Ух, давай. Я тоже хочу. Ну давай. Я не допрыгну. Давай, я тебя ловлю, давай. Ладно. Пожалуйста. Нет! Обратно! Нет! Это моя крыша! Нет! Моё! Дебил! Да нет, всё, Жень, успокойся, у нас главнее задача. Хорошо. Слушай, а может мы большими останемся? Тоже агрегаты наши большими будут, поэтому, мне кажется, нормально.
Не... Ой. Ты там осторожнее, там люди живут, крышу им проломишь. Ой, извините. Так, извините. Жека, успокойся. Ты знаешь, мне маленькими было, мне больше нравилось. Ну, хотя бы их давать нормальными, Саня. Я не хочу быть гигантами, не хочу быть муравьями, я хочу быть нормальными. Да нет, ски, тихо, тихо, так, сейчас, сейчас же. Сейчас, Игорь, неожиданно на голову, да? Да, давай, давай, давай. Давай, раз. Готов? Два. Три! А ну иди сюда, говно! А ну зелья давай, паскуда! Быстро, 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 зелья, зелья! Не смотри на нас, зелья давай, а! А вы, ну что, короче, пацаны, да я не могу вам отдать деле, вы понимаете, я не могу, мне нужно самому отсюда выбраться, вы пожалеете об этом, вы пожалеете, что взяли зелье, не делайте этого, я же для вас стараюсь, пацаны. А ну быстро отдай зелье, нет, а ну быстро нет, отдай. Отдай говно, нам тоже оно нужно, давай, Жек, забирай зелье и скидывай меня нахрен, забрал? Давай, 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 нет, давай, я... пошёл. Бедный Игорь, не получилось скинуть. Ладно. Ведьма с ним что-то там сделает. Воскресить его может. Давай, Жека. Ты готов? Да, давай. Хлебнем. Давай. Чок. Давай. Ой-о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 й-
смысле? Мы опять маленькие. Мы когда-нибудь нормальным размером станем. Я не знаю. Нормальное зелье. Тупая ведьма, она не может сварить нормальное зелье, которое будет делать нормальными, а не маленькими и небольшими. Ай, твою. Так, Жека, он хотел через вот этот портал куда-то убежать. Куда? Мне интересно. А что мы оставим Игоря просто? Ну ладно, пусть подыхает. Да пускай нафиг его. Это он с нами сделал, Жека. Ты вообще беспокоишься за Игоря? Нафиг его. Так. Жек. Он же сказал, что он тоже жертва, ты понимаешь? Ага, опять врет, 100%. Ну ладно, пусть валяется тут. Так, ну что, как будем заходить? Так я не знаю, куда мы сейчас вообще, куда мы попадем? Опять я уже по маме соскучился, ты понимаешь, я уже не был нормальным, наверное, месяц. Ой, Жек, я не знаю, опять приключения эти муравьиные. Ох, ладно, выбора нету. Ты готов, Жека? Давай. Я готов. Ну что, готов, Иричка? Давай! Очередные бронины приключения. А ну поехал, давай, пошел. Да, пошел, да пошел. Давай, давай, за мной. Ой, ой. Жека, мы где вообще? Посередине леса какого-то. Может, обратно в портал вернемся? Я не хочешь? Да. Я не знаю. Офигеть, Жека, я что-то замерзать начал. Капец, зима наступила. Вроде ноябрь же на улице, что так холодно? Тут оставаться точно нельзя, нужно где-то переночевать нафиг. Мы все умрем, мы замерзнем, Эдичка. Ай, Жека, давай, давай, потопали куда-то. Да, пошли, пошли вперед. Ой, ой, Женечка. Мы все умрем. Оставьте меня здесь, убейте меня. Там свет! Деревня! Жека, деревня нашли! Там... Быстрее, там... срочно! Я сейчас сдохну. А ну, побежали быстрее. Ой, как же неудобно. Так, я нашел способ быстрее передвигаться, Жека. Смотри. Какой? Опа! Смотри, смотри, смотри. Что ты там делаешь? Да вот лечу. Ах, ты же там листочки, я свой листочек где-то посеял, походу. Ну потом найдем. Давай, давай. Жека, ты понимаешь, наш домик, все пропало. Наш миленький-маленький домик. А это, кстати, наша деревня или какая-то другая? Слушай, по-моему, какая-то другая. То есть это портал не в нашу деревню был? Ой, давай, Жек, давай, давай, давай. Подожди, ну в дом мы вряд ли кто-то пустит, уже поздно. Темно, да. Все спят уже. Слушай, а может мы вот тут, смотри, тут поселимся? А хотя где бы ты? На одну ночь. А где смотри, ты, Жек? Хотя бы снег не идет. Вот иди сюда. Да, пошли. Давай, давай, давай сюда, сюда, сюда. О, офигеть. О, прям под крыльцом, да. Хоть тут тепло, согреться можно. Ой. Офигеть просто. Жека, нужно 100% найти какую-то зимнюю одежду. Ну, или украсть. Мы привыкли. Да, то мы тут с тобой точно замерзнем. И еды бы, Еды, да, еда точно нужна. А что делать-то будем? Как мы станем снова большими? Я не знаю, Жека. Ведьму опять искать, мне кажется, бесполезно. Ладно, я думаю, уже завтра, утро вечером завтра мудренее. Подумай, да. Да. Ребята, давай, тут, вот... я буду спать. Ну, в землю буду спать. Может, лайки попросим. Лайки-то нас согреют 100%. А, ну да, вот эти лайки-то согревают. Давай, да, просить. Хотя бы. Да, ребят, вы уже поняли, я у меня просто уже там...
Я рот открыть даже не могу, ребята. Уже все замерзло. Давай же спать просто. Давай, спокойной ночи. Я нисколечко не выпрашиваю лайки, да. Я вообще не люблю. И да, конечно. Вот не поставь тебе лайки, умрешь куда. Не согреешься вообще. Ой, да ладно. Ладно, спокойной ночи. Давай.